Всем привет! Я подготовила глиняную массу к печенькам и хочу туда добавить муку мела. У меня есть такая коробочка, здесь ассорти. Вот, нужно ее, как правильно сказать-то, отделить муку от больших крошек. Такая красота. Сейчас будем отделять. Как мы это будем делать, сейчас покажу. Все легко и просто. Берем тару, берем сито, ставим. Засыпаем потихонечку. Пока мы этим делом занимаемся, расскажу вам, что же я делаю за печеньки. Недавно я отсняла ролик, он чуть позже будет на ютубе, нижегородские глины. У меня были три вида, получается маковка, миндаль и розовая пудра. Что меня больше всего удивил, это мокрый миндаль. Мне почему-то показалось, что он похож на закат. Немного, но показалось. Я кусок оставила, отдельно еще им похрущу, но более сухим видом, то есть, точнее, я его воду, когда положила, он полностью стал мягким, и один кусочек был не до конца мокрым, и вот в тот момент мне показалось, что он похож на закат, поэтому я его оставила. Потом сниму с ним отдельно ролик, именно в полусухом, полувлажном виде. Остальное я все замочила. Растолкала до такой массы. С крупинками пасты. Вот. Хочу сделать, попробовать шайбы. Ну вот, в принципе. Все, что могло, провалилось. Смотрите, какая красота. Мука. Вот такая получилась мука. Так. Такие крошечки высыпали сюда. Они такие прикольно получаются, смотрите. Интересно, да, могут тоже классно ими похрустить. Так, ну еще разочек можно, да? Напоминаю, так, тут у нас ассорти. Тут жирные сорта, сухие сорта, ну много всего. Скопилось за долгое время вырезание, когда раскалываешь мел. Это чистая крошка.
когда я мел чищу, я счищенная, отвожу, раздаю, у кого есть курочки там, уточки, ну или делаю брикеты, которые режу на втором канале. Кстати, давно этому уже не было, пока времени нет. Так, мешаем. Вот, я, конечно, не знаю, насколько у меня получится совместить именно нижегородцы и блины с мелом. Будет ли консистенция держаться? Я бы, конечно, бы добавила еще туда Астану, потому что она такая связующее звено. Она бы держала бы хорошо, но у меня Астаны нету. Думала добавить туда какую-нибудь блину наподобие гульвота. Не знаю еще. Просто когда много сортов в одной шайбе, вкус становится такой потерянный. Так. Трусим. Пересыпаем сюда. Какая красота. Какие интересные крошечки получились. А потом похрустеть ими. Так, ну что, смотрим. Ну, в принципе, может быть, хватит. Ну, давайте еще один заход. Еще один. Чтоб точно хватило муки для шайб. Ну, думаю, достаточно будет. Кусочки получаются. Так, трусим. О, сколько муки. Да. Ну, думаю, хватит. Думаю, хватит. Нам это на печеньке. Так. Это похрустим потом лодочкой. Ну что могу сказать, увидимся позже, а как я делала печеньки, вам обязательно покажу. Всем пока-пока!